Всем привет, с вами Демон Сталкер и добро пожаловать на Escape from Tarkov. Давно у меня от игры не было, и как раз это я говорю. Я год ее где-то не играл, а в самой игре уже, наверное, года два как куплено. Если, конечно, не больше. Покупался она на самом-самом рассвете пути за 5 косарей. Ну, не играл он как. Поэтому я новичок в этой игре. Оружие мне, похоже, пока не вернули. Не знаю, вернут или нет. Еще прошло не время. Расскажу, что да как. Участвую в рейдах за дикого. Вот это две ружбаки вынес. За дикого одна стоит. Давайте перейдем торговцу, который дороже всех, можно продать эту штуку. Вот, Мосина стоит 13 тысяч. ОП СКС стоит 18 тысяч рублей. Ну, это стандартное, это то, что выдавали. Я уже потерял все ПМы. Ну, иногда можно вытащить хорошие вещи, иногда не получается, и тебя убивают. Иногда был, знаете, я появился, я сейчас пока играю на заводе, я появился в районе этих цистерн где-то, вроде так. И побежал сразу направо. Знаете, я неподалеку от выхода появился, ничего не сделал, ничего не ошманал, просто тупо убежал и все, выжил. Бывает и такое. Не, бывало, знаете, диким пошел по трупам, иду по трупам, никого вообще не убивал, прошмонал, я думаю, вот сейчас все, выйти с этим добром. И здесь чувак тоже, видим, тоже за дикого попался мне, и мы друг друга убили. Это вообще не нонсенс, блин. Ну вот, я как новичок пока играю за дикого, за своего товарища я мало играл, потерял все ПМы, но я, конечно, наторговал тоже здесь. Всякие, забывал всякие аккумуляторы по мелочи. Вот эти рубайки не стал трогать, мало пригодился, у меня их нету. Посмотрю, какая крутая, можно которую не крутую продать. Естественно, чуть-чуть развил свое убежище. Сейчас идем в нее. Кроме, конечно, генератора. У меня он есть, но первый уровень. У меня все понемножку первый уровень. Можно, конечно, войти. Здесь он у нас схрон. Здесь непонятно, не отображается. Убежище как убежище. Развивать, конечно, все это нужно. Материалы и время. А, это верстак. Верстачок.
Ну, чтобы построить, надо вот эти мультитулы, болты, гайки. Ну вот, давайте перейдем с... Пойдем за Дикого. Пойдем с Калашом. Пойдем... Кто-нибудь у нас есть? Ну, вообще никого, может. Ну, начнем поиск, а там посмотрим. Все, наверное, школьники дома, блин. Взрослый дядька на работе. Кроме меня. Я ушел пораньше. У меня дела. Конечно, очень интересная игра. Здесь неизвестно, что повернется. Но для одного человека тяжело. Мы были бы друзья, я бы с друзьями играл. Нет, друзья-то у меня есть, но они не играют в побег из Таркова. Замечаю, что чуть-чуть притормаживает, так как игра тоже требовательна. Плюс программа для записи все накладываются. Ну, попытаюсь на видео быть осторожным, что-нибудь да посмотрю. Опа! Ха. Только появился. Вот этим я про что я говорю, блин. Надо было убегать, блин. Блин, чувак меня какой-то убил. Хреновое место я появился. Очень хреновое место. Надо было смотреться, писеть и валить ко всем чертям. Давайте, знаете что? Не хочу я тратить всякое оружие. Пойдем с топором. Я буду оригинальщиком. Пойду на завод с топором. Да что здесь сохранять-то? Пойдем за своего чувака, хоть чуть-чуть прокачаемся. Если что-нибудь получим. Мне главное лут. Вот в подвале оказаться будет надежнее оттуда выйти, чем на открытое пространство. Не, бывает такое, конечно, что не успел прийти, меня сразу же грохнул чувак. Челопук. Челопук. Здесь надо осторожно, конечно. Ну, я только новичок, я все изучаю. Изучаю карту. Изучаю местность, изучаю повадки ботов, игроков и так далее. Мало, правда, играю, но на все про все нужно время. Давай, давай, ожидание игроков. Я сейчас всех топором, блядь, на кулкам, блин. Или меня. Я грозный такой. Я грозный челопук. Да, здесь бывает долго такое ожидание тебе.
Надо посмотреть управление, через любое управление, посмотреть, как ложится здесь. Я бы не его, то там бота бы не убил. Но впереди точно бот, наверное, был. Хотя, может быть, и игрок. Ваш основной персонаж, Demon Stalker 86. Смельчак такой идет с голыми руками. С топором наперевес, блин. Надо быть осторожным. Я-то его слышу. Так. Ах ты. Ах ты, пипец, блин. Ах ты, не успел. Не успел я добежать до сортира. Я хотел в норку там. Бит, я думаю, это ботно. Это ботно, я скорее всего был. Ох. Нет, такое, конечно, тоже бывает. Но, блин, ну куда я попёрся с этим с топором? Я не понимаю. Против калаша. Против лома нет приема. Если нет калаша. Я сразу предупреждал, я новичок. Слышь, ты новичок. О, мне пришло. Что-то пришло. Ух, ну, пока что здесь рейдов 5, пробежек 1, смерти 4, выживание 0, убийство 1, дикое. Это общее. Одно убийство, хотя я больше убивал, блин. Я не знаю, человека, наверное, фиксируется, сколько я убил, а не диким, блин. Задачи никаких нету. Естественно, я сейчас за дико нельзя, за этого тоже нельзя. Давайте посмотрим, что у нас за персонаж. Что я взял, посмотрим. Дульный тормоз компенсатор. Производство Stringfield Armory. Для винтовок М1А. Естественно, у меня таких винтовок нет. Прапорщик. Можно поизучать, что у него здесь такое.
баллистический прицел. Пачка патронов. Здесь что-нибудь тоже для оружия. Изучен предмет. Ну, но здесь безопаснее изучать. Сколько стоит у него это? D2617. Это копейки. Честно слово. Это на 100 рублей больше, но тоже от копейки. Лучше оставить, может пригодиться, если будет такое оружие. Вот это что? Набор инструментов. Кис для патронов. Угу. А это что? Чего у нас крепление? Вилкокса. Дробовик. Это я поменяю это за еврики, за голду. Ну, терапевт продает всякое. А, планы вот она продает. Фига себе планы стоят. Мне казалось, они раньше дешевле стоят. Можно будет купить план завода. Найти, если вообще можно такие вещи найти. Ну, скупщик продает, покупает дешево. Карабин АКМ. Ну, я бы не сказал, то есть какие-то дешевые предметы. У него бронежилеты. Разгрузки, а это разгрузки. Это разгрузки. Это крутые, вот это, блин, бронежилет крутой, блин. Если, блин, вооружиться и пойти, блин, ну, я не знаю, очень жалко будет потерять, но это все-таки игра. Можно будет, но надо научиться, и чему я и учусь. Так, давайте в лыжник посмотрим. Лыжник, булыжник, так. Ну, у него по мелочи. Особо вот такие. О! Вот эту вещь он может купить за подороже. Ну, миротворец это за 2 доллара. Это за что за обмен? На что обмен-то? Ага. За жесткий, блин. За HDT, блин, ну чтобы за жестким идти это. Одному никак там точно не прорваться.
Бери это. Ну, барахольщики есть. Чего это? Бронежилет. Это. Разгрузка. Тактическая одна рамочная сумка. Вот в копейки. Копейки стоит. Я не знаю, нужно. А где у меня проблема? Тактическая сумка. Сумка можно. А по рукам купил сумку. Шлем, так, сумка. Я ее покупал за 1936. Ты ее не покупаешь. Тебе тоже она не нужна. 1234 у прапора. Нафиг она тебе не нужна. Скупщика. Пфф, вообще. Здесь так не наживешь. Я думаю, может здесь один. Хотя, знаете, можно попробовать. У скупщика купить что-то дешевле. И продать подороже. Ну, я не знаю, надо по мелочи. Попробовать. Но это я уже, ребят, за кадром. Но это я думаю. Возможно, это плохая идея. Возможно. Блин, есть некоторые хорошие вещи, смотрю, наверное. Возможно. Просто я новичок. Ну, блин, если стоит так. Ладно, пока я с вами там болтал, 5 минут осталось. Всем спасибо за обзор, ставьте лайкосики, если вам понравилось, ставьте дизлайки, если вам категорически не нравится Escape from Tarkov. С вами был Демон Сталкер. Пока!